Доброе утро, уважаемые подписчики. Ну вот поступили вопросы о том, какая инфраструктура находится в шаговой доступности. Ну вот первое, что я могу сказать, это наш вот магазинчик, в котором можно купить на первое время все, что вам надо для питания. Но я сейчас вот подойду к тому дому, который находится по Мирной 9/1. Ну вот наша будущая пятерочка. И с другой стороны, вот с этой стороны, с правой будет пятерочка, а с левой стороны будет кафе. Так что сейчас вот идет ремонт магазина. Но вот двери открыты уже, то есть строители уже пришли, работают. Вот, ну, а когда откроют, ну, где-то осенью должны уже открыть, конечно. Обещали вот в августе, но в августе не получится. Ну, вот зато в начале осени где-то их уже будет работать магазин. С той стороны, в минутах 15 до Кипарисового озера, там есть кафешки, вот, где можно покушать. Там есть и шашлыки делают. Ну, в общем, покушать можно. Ну, а если вот еще перейти через мостик, вот у нас тут, и пройти по Советской улице, то буквально в 7 минутах ходьбы находится мамина выпечка, дом культуры, дальше, значит, продуктовый магазин, дальше, значит, кулинария, ну, в общем, школа, детский сад, ну, вот, это в такой вот близкой, так близко вот от нас это все находится. Ну, а дальше я вам расскажу дальше. Почти открылся Озон, так что Валберес, правда, надо идти в Киблерово, здесь не будет. Может быть, впоследствии будет, сейчас пока нету. Ну, и воду, стакан этот с водой, который мы ходим после того, как вот эти дома сдадут, то будут уже думать о том, где его поставить. Ну вот, ближе к морю у нас вот есть Магнит, магазин, и сверху Магнит косметик. Так что вот, а чуть подальше пятерочка, столовая и кафе. И там же пиццерия есть. Вот здесь вот недалеко от Магнита. Так что вот можно зайти туда и покушать вкусные пиццы, очень хорошие. Вот, рекомендую даже. Ну и пиццы есть вот здесь, не доходя до пятерочки. Там столовая и пиццерия, и кафе. Вот за магазином пятерочка есть очень хорошая кулинария. Так что, ну а дальше вот есть там две столовых. Потом можно купить выпечку всякую. Так что вот, собственно, много что есть, но только вот вам нужно самим выбирать, что бы вы хотели, куда бы вы хотели прийти. Ну ладно, всего доброго, пока-пока.